Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с избранными высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Владимир Путин поздравил всех с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. «Прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса по проведению углубленной диспансеризации медицинской реабилитации переболевших ковидом. Уделять особое внимание необходимо и вопросам занятости, в том числе, может быть, и прежде всего молодых специалистов и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы», — сказал глава государства. В ходе встречи Рашид Тимрезов поблагодарил президента страны за поддержку в вопросах социально-экономического развития региона. Владимир Путин пожелал успехов главе региона. Так, пожалуйста, Рашид Бориспевич. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, разрешите мне от лица многонационального народа Республики Карачаево-Черкесия поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете для ее развития. Те ваши поручения, которые даны по развитию, мы их, конечно же, неукоснительно будем исполнять. Для меня большая ответственность. Я третий раз вступаю в должность главы субъекта, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. И я хочу вас заверить, что я и прежде, как и прежде, буду служить родной республике и, конечно же, нашей родной России. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И так же, как другим коллегам, хочу пожелать успехов. Работа непростая. Работа напрямую связана с людьми. Вы ближе находитесь к людям, чем сотрудники федеральных ведомств. Тем более тех, которые находятся в Москве. Вы тоньше чувствуете настроение и потребности людей, их ожидания, имею в виду сейчас не только Карачаево-Черкесию, но и всех коллег, которые сейчас собрались на этой встрече. И искренне рассчитываю на вашу работоспособность, на ваш организаторский талант и на ваш настрой для достижения максимального результата в работе на столь высоком посту, как глава субъекта Российской Федерации. Люди ждут от вас результатов, конкретных результатов.